Приветствую всех, друзья! Сегодня мы просмотрим очередную демонстрацию боя. На этот раз новый турнир UFC 184. И открывает данный турнир бой между Майклом Джонсоном и Клеем Гуидо. Клей Гуидо выходит в октагон. Довольно-таки известный боец, ветеран UFC, специалист по болевым приемам, завоевал на побед за карьеру 35, проведено боев за карьеру 51. На момент нынешнего боя Клей Гуидо проиграл два боя подряд Джиму Миллеру и Бобби Грину. Последняя победа у Клея Гуидо была 11 мая 2019 года. Победа была одержана решением над Би-Джей Пеном. И его оппонент Майкл Джонсон провел 37 боев, одержал 21 победу, проиграл 16 раз. На данный момент 3 поражения подряд имеет Майкл Джонсон. И последняя победа была одержана над Артемом Лобовым. Решением победа была одержана в 2018 году. Участник The Ultimate Fighter 12 сезона Майкл Джонсон . Что можно еще о нем сказать? Это боец, который предпочитает бокс. И вот нам демонстрация возраста. Клей Гуидо, видно, 38 лет, ветеран смешанных боевых единоборств. Ну, посмотрим, что же произойдет в октагоне после объявления Брюсом Баффером бойцов. Now introducing his opponent, fighting out of the red corner. This man is a mixed martial artist, holding a professional record of 20 wins, 16 losses. He stands 5 feet 10 inches tall, weighing in at 155 pounds. Fighting out of Boca Raton, Florida, Michael the Menace Johnson! And when the action begins, our referee in charge of the octagon is Eve Ludwig. Ирф Лавейн, главный судья этого боя. Бойцы готовы. Ну и начинаем. Бой. Сразу же с хайкика заходит Гуидо. И хороший удар справа от Майкла Джонсона, и тут же переход в борьбу пытался сделать Клей Гуидо. И клинч из сетки. Ух ты, хорошая двойка заходит от Клея Гуидо, но тут же ответ от Майкла Джонсона. И смотрите, что творит! Какой удар! Заходит у Майкла Джонсона и в борьбу пошел. Но это не его стихия, это больше стихия Клея Гуидо. Борьба. Ну, потряс, безусловно, Майкл Джонсон своим ударом Клеем Гуидом. Хорошая защита от тейкдауна демонстрирует Майкл Джонсон. Завязывается в клинч бойцы. Очень хорошая работа Майкла Джонсона, и снова потрясает сериями ударов. Очередной клинч и попытка выйти на тайдаун, и снова неудачная у Клея Гуидо. Да, пока что полное доминирование Майкла Джонсона сейчас мы наблюдаем. И еще один удар слева заходит. И очередная попытка тайкдауна, хороший хайкик в исполнении Майкла Джонсона, но он пришелся в блок.
И вот есть шикарный тайдаун Клея Гуиды. И вот, вот уж и стихия Клея Гуиды. Именно борьба в партере. Контролирует борьбу Клея Гуиды. Наносит хорошие удары. И можно сделать... ну, пока что возня происходит. И вот есть удушение от Клея Гуиды. Сможет ли выбраться из тяжелого положения Майкл Джонсон? 50 секунд до конца первого раунда. В очень тяжелой позиции сейчас Майкл Джонсон находится. В очень тяжелой. И похоже, это все. Вот это да! Настоящая неожиданность после такого потрясения, которое было в начале боя. Клей Гуида все-таки выигрывает этот бой удушением. И все, заканчивается. Очередное поражение Майкла Джонсона, уже четвертое в его карьере подряд. Ну а Клей Гуида заканчивает свою серию поражений очень сложным для себя боем. So there he is, your winner by submission. That is a finish they will likely be talking about for some time. Big да. Win. А как все здорово начиналось для Майкла Джонсона. Впереди нас ждут еще два боя, в которых Кори Сенхаген встретится против Фрэнки Эдгара. Ну и главный бой вечера — Олистер Оверим против Александра Волкова. Поздравляем Клея Гуиды с победой. Ну а мы идем дальше. By submission tonight.